катание, где вы напрягаете внутренние прыжки. Ну, подожди, следующий номер на самом деле очень серьезный. Я знаю исполнителя, который готовится к этому номеру. Такой прием капризный. И надо, чтобы его как следует поддержали. Я знаю, даже за кулисами его тренер попросил специально со зрителями поработать, чтобы, ну, как бы парню сделать комфорт. Хорошо. Я налево, ты направо. Так, давай, давай, сейчас. Я надеюсь, я правильно запомнил ритм. Ну, примерно вот так. Петь, не переживай, я мне не запомнил, поэтому все хорошо. Да, примерно так.
только повернешься, один в ответ.